В области сохраняется нехватка противовирусных, антибиотиков и даже витаминов, которые назначаются при лечении коронавируса. Но дефицитные лекарства все-таки можно найти. В аптеках «Фармлен» необходимые лекарства есть. Противовирусные, в том числе и антиковидные, фавипиравир. Антибиотики, антикоагулянты, витамины. Поставка осуществляется в самые короткие сроки. Информацию о наличии дефицитных препаратов можно найти на сайте или приложении farmlen.ru. Данный сервис позволяет быстро и оперативно получить информацию о наличии лекарств. «Фармленд» рекомендует покупателям мониторить наличие препаратов и заходить в приложение или на сайт почаще. Врач выписал антибиотик, зашла на приложение farmlen.ru, нашла в шаговой доступности, пришла и сразу выкупила. Вообще в «Фармленд» всегда есть редкие препараты, и цены вполне приемлемые. Цены на социальном уровне – один из основных приоритетов аптечной сети «Фармленд». Нужен был целый список лекарств от вируса. Зашел в «Фармленд», все купил, и цены низкие. Оформив интернет-заказ, можно не только сэкономить, но и сократить время пребывания в аптеке для вашей безопасности. Сейчас в приложении «Фармленд.ру» действует промокод на скидку 3%. Это позволяет дополнительно сэкономить. Кроме того, работает доставка безрецептурных лекарств на дом в пределах города Челябинска. При покупке от 2000 рублей доставка осуществляется бесплатно. Большой ассортимент, выгодные цены и гарантированное качество. Аптеки «Фармленд» всегда рядом. Будьте здоровы!